Ток-2 начали поступать жалобы от жителей авиагородка Бельбек, что в вечернее время на спортивной площадке собираются игроки и слышен отборный мат на весь городок. А также, при игре в футбол, мяч часто улетает в озеро. Чтобы его достать, игроки кидают большие камни в озеро. Данное событие имеет место быть. Вашему вниманию видеосъемка в 20 часов 20 минут 5 ноября 2022 года. Это уже не первый раз. Заходи сейчас, страшно! Усатый, иди сюда, я тебя Возникает вопрос, как быть и что делать? Я не хочу тебя бить! Не хочу больно кастрировать! Осторожно, нецензурная лексика.